Многие наши зрители задают вопрос, где вы находите героев для своих передач? Поверьте, истории знакомств бывают разные. Все началось, когда я позвонил вам на передачу. Помните, я выиграл у вас приз. Вы говорите, кто задаст лучший вопрос, тот поедет на картинге кататься. А я вопроса-то не задавал. Я говорю, а у меня, мне 60, я пенсионер, а у меня красный корвет «Стингрей». С этого, 79-го года, сказали. И все сказали, вот это самый хороший вопрос. Так что все здорово. Я напомню нашим телезрителям, до программы «Экзотика» у меня год была на «Автоплюсе» программа «Автоклубня». Это прямой эфир про автомобили. Как раз вот про эту машину был разговор, когда была тема «За и против» американского автопрома. И как раз вот тогда наш прекрасный владелец «Корвета» появился у нас в программе, и так получилось, что мы вот сегодня его как раз с его прекрасным автомобилем снимаем. На деле оказалось, что тот самый пенсионер оказался необычно энергичным молодым в душе человеком, заряжающим позитивом, буквально влюбленным в свой автомобиль, который, кстати, несмотря на свой возраст, привлекает куда больше восхищенных взглядов на улице, нежели его современные одноклассники. Честно, я еду на такой машине, я вообще ничего не чувствую. Где тут что подшумливает? У меня огромное удовольствие от управления этим автомобилем. Не знаю, мне кажется, на нем вот уже, да, огромное вам спасибо, что вы мне дали на нем покататься, потому что уже чувствуешь себя пилотом того времени, тем более автомобиля «Корвет Стингры». Не знаю, мне кажется, все вот эти мелочи, да, там, что большой радиус поворота, что там еще что-то, они все млекнут после того, как ты нажимаешь на газ на этой машине. И не важно, что в описании технических характеристик нет ни новомодных электронных систем, сложных подвесок, а интерьер обеспечивает минимально допустимый уровень комфорта. Рессорная подвеска, старая добрая шевролетовская V-образная восьмерка и примитивный трехступенчатый автомат. Вот они, незатейливые составляющие потрясающего коктейля, дарящего несравнимое удовольствие от управления настоящим, честным, олдскульным автомобилем. Настоящий маслкар. Здесь даже разговаривать не хочется, вот здесь хочется ехать и наслаждаться вот этим прекрасным 510-сильным мотором. 520 лошадей. 520-сильным мотором. Конечно, «Корвет» — это легенда, это история. Достаточно сказать, что у компании «Шевроле» существовала традиция дарить каждое новое поколение «Корвет» американским космонавтам. Причем при каждом обновлении старые машины у космонавтов забирались и выдавались новые. 6 именно таких «Стингреев» было подарено астронавтам программы «Аполлон-12» в 1969 году. Я мечтал о «Шевроле Корвете» давно. Увидел я первый экземпляр этого «Корвета» в году в 60-м в журнале, который принесли с американской выставки, которая в Сокольниках проходила, в Москве. Мечта мечтой. Тогда это какая-то была запредельная мечта. Потом однажды я попал на фили в салон, который занимается тюнингом автомобилей. Михаил Швец, держатель этого салона. И там я увидел свою мечту. Это был как «Корвет», как раз вот C3, «Стингрей». Та самая мечта моя. Мечте суждено было сбыться в 2010 году. Как это ни странно, но истинный американец, да еще и хорошенько заряженный, приехал в Россию из Финляндии. Тем уникальнее эта машина. Мало где еще можно встретить «Корвет» третьего поколения, например, с европейской оцифровкой приборов. Машина была в цвете рыже-красная. И покрас был у нее не очень хороший. Поэтому я принял решение ее полностью перекрашивать. И перекрашивать, ну, качественно. Я занимаюсь этими вещами. И в покраске я понимаю толк, во всяком случае. Поэтому машина была доставлена в одну из моих мастерских, где ее полностью разобрали. Так, то есть здесь красили поэлементно эту машину. Цвет я сам выбрал, это цвет «Феррари». По каталогу «Феррари» шел этот цвет. Сложность заключалась в том, что, как известно, «Корвет» целиком пластиковый. А это создает определенные сложности при окраске. Подогнать цвет краски для разных сортов пластмассы – это высший пилотаж. Но, как видите, мастера справились.
Доработка салона тоже произведена, существенная доработка, с сохранением основных черт корвета. Но прежде всего, наверное, стоит говорить о креслах, потому что кресла изначально были мягковаты и не отвечали требованиям гоночного автомобиля, хотя в гонках я еще не участвовал на этом автомобиле. Но с другой стороны, по рекомендации, опять же, специалистов НАМИ, были сделаны вот эти алюминиевые вставки для того, чтобы более прочная посадка была как пилота, так и штурмана. Обивка салона тоже нелегко далась на этом автомобиле, потому что вариантов обивки было множество, и интересных, и супер-пупер интересных. Но мы остановились все-таки на достаточно сбалансированной цветовой гамме для этого автомобиля. Поэтому вот она такая в серо-черных тонах. Потому что и коврики подбирались под этот тон. Перекрашивалась консоль центральная автомобиля, потому что она была другого цвета. Изменена ручка переключения вариаторов, вернее, автоматической коробки передач. Но остальное все сохранено. Единственное, что вместо часов, которые здесь раньше были, здесь датчик давления турбины стоит. Остальное все сохранено, все есть. Это датчик детонации. В случае, когда бензин, несоответствующего качества, можно внести некоторые корректировки. Здесь есть регулировка для того, чтобы подкорректировать зажигание. Как было уже сказано ранее, машина пришла из Финляндии и уже на тот момент была неплохо заряжена. Но в России ждала куда более глубокая модернизация. Правда, все эти превращения были сделаны еще предыдущим владельцем. При создании этого двигателя и главная идея, которая здесь реализована, это выжать из стандартной шевролетовской восьмерки максимальную мощность. И задача эта решалась долго, как мне рассказывают создатели этого автомобиля и разработчики тюнинга. Долго они боролись с повышением мощности, ставили различные дроссельные системы, различные карбюраторы. Но окончательно пришли к решению по доработке двигателя с использованием системы Vortage. Поставили карбюратор Vortage. Красивый, как видите, большой, огромный. Плюс турбинку Vortage. Далее была поставлена система зажигания МСДшная. Практически та система, которая используется на современных спортивных автомобилях. Система фильтрации с фильтрами низкого сопротивления. Система охлаждения. Большая борьба была с теплом, который... Естественно, при большой мощности надо куда-то было как-то охладить этот двигатель. В силу того, что аэродинамика машины не позволяет размещать серьезные вентиляторные щели, то был использован самый большой радиатор, который нашелся в 2007 году с двумя вентиляторами. И что позволило, во всяком случае, работать на этом двигателе без перегрева. Да, температура при тяжелых режимах эксплуатации, особенно в пробках, забрасывается, но так или иначе система справляется. В результате всех этих доработок из двигателя, который выдавал 190 лошадиных сил по паспорту, сейчас, как мне сказали, что это и на стенде проверялось, то есть двигатель без навесного оборудования выдает порядка 520 лошадиных сил. Здесь сохранены чисто шевролетовские вещи, то есть я говорю о том, что блок, восьмерка шевролетовская, изначально 5,7 литра, то есть это чугунный, хороший блок, неубиваемый.
Дальше. Здесь сохранена система кондиционирования воздуха. То есть в этой машине есть и кондиционер. Машина пришла ко мне с трехскоростной коробкой автоматом. Мне это не очень понравилось. Я попросил ребят что-нибудь придумать более современное, ну там на шестерку на какую-нибудь или еще чего-то. Попытки приспособить к этому двигателю, уже доработанному двигателю, в другие коробки не увенчались успехом. Мы их все поломали, порвали. То есть так осталась эта трехскоростная. Немножко она дергается, конечно, эта коробка, но она стала стандартной шевролетовской трехскоростная коробка, автомат. А может, оно и к лучшему. Ведь уникальность и ценность таких автомобилей, как тот, о котором мы рассказываем, именно в аутентичности. Чем больше сохранено оригинальных деталей, узлов ходовой, родных шильдиков и органов управления, ручек переключателей, элементов дизайна и прочих мелочей, тем лучше такая машина передает дух эпохи и свой характер. Все остальное становится новоделом, не таким привлекательным и вкусным. Так или иначе, все равно стоит сказать, что этот автомобиль именно тот случай, когда это именно не средство передвижения, а роскошь. Вернее, не роскошь, а мечта. Станислав со своим Корветом наглядно показал то, что любая мечта может стать реальностью. И пусть даже спустя много лет. Причем, возможно, в этом случае она получилась еще более яркой и приятной. Так что, подводя итоги, я хочу вам сказать, мечтайте, господа, много и искренне, и все получится. Вот и все, наше время истекло. Это была программа «Экзотика», и я ее ведущая Катя Каренина. Кстати, если у вас есть интересные транспортные средства, присылайте их фотографии на наш электронный ящик. Увидимся через неделю. Пока!